Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы с тобой немножечко сегодня поиграем в Enlist. У нас делаем Enlist тут лучше, номер 15, улучшаем работу меток, не будем в очередной раз напоминать о том, как полезно отвечать вражеские позиции, технику, ля-ля-ля. Кто оценил локацию команды больше, Так, упрощаем разведку с воздуха. Теперь для отметки вражеского танка из кабины самолета не требуется целиться с идеальной точностью. Метку установится, если обозначение так, цели в достаточно большом радиусе. Ага, улучшаем отметки на бронетехнике. Одна из самых полезных меток станет еще удобнее, ведь... Теперь при повторной постановке метки на вражеский танк уже активная просто продлит свое действие и не сбросится, как это было раньше. Убираем неактуальные метки. Кому нужна метка уже уничтоженного танка? Никому. Поэтому теперь при уничтожении ранее отмеченного бронетехники или инженерной постройки метка на ней просто будет пропадать. Да, раньше была такая проблема. Танк уничтожен, а метка на нем стоит. И наши великолепные летчики их бомбили. Да. Усиливаем штыки. В игре уже много винтовок со штыками. Урон, в общем, урон всех штыков в игре приведен к единому показателю, которого достаточно для гарантированного убийства любого солдата противника. Ну, короче говоря, да. Будут теперь со штыками бегать. То бегали с гранатометами, там, Дегтярева и так далее, с подствольными гранатометами этими. Ну, ствольными, подствольными. Теперь будут все со штыками просто бегать. Если это ваншотная херня, короче, все просто будут бегать с этими... Это будет ужас, мне кажется. Мне кажется, это пофиксит. Полный список изменений. Так, ага. Ага. Урон всех штыков приведен к единому показателю в 25 единиц. Полный список. В общем, все раньше по-разному атаковали. Вот, а теперь все по 25 единиц урона. У кого-то больше, у кого-то меньше. Ну, не знаю. Скоро, кстати говоря, выйдет обновление. Нет, а почему здесь нету анонса? Тоже обновление выйдет. Новый режим скоро, ребят, выйдет. Вот, ждем новый режим. Я даже так серию назову. Ждем новый режим игры. Скоро новый режим игры. В общем, будет новый режим игры. Постепенно, ну, в общем, почитайте, кому интересно, зайдите, почитайте вкратце. Там, короче говоря, захват точки будет не как у нас во вторжении, то есть когда либо одна сторона обороняется, либо нападает, да? А там будет так, что обе должны стороны захватить точку. После того, как одна из команд захватывает точку, идем к следующей. Либо вражеской, либо к нашей, или вот. Ну, в общем, перетягивание точек. Там будет всего... Там, допустим, у нашей команды три точки, и у врага три точки. И будет центральная. Сначала ее надо захватить, потом идти дальше у врага, захватывать другие точки. Но при этом враг тоже может их захватывать, то есть он может в нашу сторону пойти. И, в общем, играть либо до полного захвата точек надо, либо пока подкрепление не кончится. Вот. Ну, кому интересно, зайдите, почитайте там либо в группу ВКонтакте, либо куды, правильно, на сайт. Вот, но режим такой, ну, он хотя бы будет, ну, я бы не сказал, что он прям интересный такой будет, но... Ну, это хотя бы что-то, это хотя бы что-то. Ну, я не знаю, просто в очередной раз... Ну, не знаю, чем оно от вторжения, я вот сижу, просто думаю от вторжения, чем оно... Отличается только тем, что, допустим, если мы будем играть за оборону, а нас будут давить, то у нас есть шанс отыграться, то есть мы можем пойти в атаку и захватывать вражеские точки и дойти до них. В общем, почитайте, кому интересно. В принципе, режим ничего такое. А, кстати говоря, две новых карты будет. Как я понял, в Нормандии и в Берлине. Мост в Берлине. Но это, короче говоря, там мост, это, как я понял, будет тот, который был на этом, на Зельевском какой там. Ну, где вот поезд. Где охрана поезда надо. Вот. А в Нормандии будет... О, усадьба. Великолепная карта. Люблю усадьбу. В Нормандии будет там какие-то амбары, короче, там какие-то ветряки будут и амбары. А чё, охренели? Почему там А, Б уже? Не понял, а почему она под врагом уже? А почему А и Б под врагом? А чё это за режим такой? Я куда зашел? А чё за режим такой? Усадьба? Штурм усадьба? А, это штурм усадьба? Да ладно, а тут есть штурм? Подожди, а тут есть штурм? Это чё? Это как? Подожди. А в усадьбе есть штурм? Да, ребят, не удивляйтесь, потому что я удивляюсь. Ну, потому что реально я в шоке. Давай.
усадьба. Я обычно в другую усадьбу играл. Вызываю огонь артиллерии. Я всегда обычно в другую усадьбу играл. Вот. О, как-то интересно, ребят. Я что-то не помню, видимо, я настолько... Метку, поставил метку. Я меточку поставил. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Да этого петуха кто-нибудь снимет? Нет, мои боты тупые, почему ничего не делают? О, господи. Ну, убили. Неужели спустя 2 часа? Вы точку захватывать будете, а в атаку нахуй. Петуха не могли забрать. Я что-то не помню эту карту. Вы что хотите со мной делать, ребят? Не помню все. Чтобы в усадьбе здесь такое было. Я не знаю, но некоторые, знаете, там люди пишут, типа, да, я там, а я вот на такой-то карте уже давно не был, а я вот на такой карте не был. Вот что наши, блядь, а... я с ботами, что ли, играю? Они все, смотри, где. Они никто не бьет на точку, никто не атакует. Граната, да, в укрытие. Захватили. Мы захватили позицию. Великолепно. Теперь надо как-то обойти и дать им пиздюлей сзади. О, ЗБ-26, все, я понял. ЗБ-26, это, ребят, эпик. Так, быстренько надо идти там. Захватывать там точку, пока наши там отбиваются. Блять, петух. Тот, кто здесь, блять, построил. Сраный петушара, блять. Извините, ребят, заругать. Ну нельзя здесь строить. Господи, шо какие тупые, блять. Боты-то они не выйдут потом, они будут там тупить. Ну, мои боты, блять, тупят там наверху. Запомните, товарищи, кто играет в Enlisted, не стройте там, пожалуйста, блять, респауны. Боты тупые. Они не могут, блять, спуститься. Этот затупок, блять, поставил. Ну, потому что ему похуй на все. Пожалуйста. Пиздюк, блядь. Пацаны, извините, но это за победу за наших, я не знаю. Я надеюсь, я это говно снесу. Это говно не сносится, да? Он специально это поставил. А это говно не сносится. Нельзя союзную вот эту точку. Видишь, что они делают? Какой-то петух здесь поставил. Я бы ему руки, блядь, оторвал. Козел сраный. Чтоб у тебя, блядь, хуй отвалился, извини меня. Дебила кусок. Школьник сраный какой-то зашел. Выйди нахуй, удали игру, блядь. Пришел свои, наверное, Battlefield, блядь, еще откуда там. Кусок говна. Да, вот так. Вот из-за этого, блядь, мы просрали точку А. И точку Б мы не смогли быстро захватить. Из-за куска говна. Что, неужели настолько тупой? Ну и все, боты там тупят, сидят. А мои, кстати, вышли? Да, мои как-то вышли. Мы играем против ЗБ, там, это, всякое ХНБ там стреляют, короче, ЗБшки, хренобэшки. В общем, мы против крутых чуваков играем. А, давайте Б надо захватить. Ну что-то прям это, он мне это, знаете, вот это вот. Товарищ инженер, блядь, руки бы ему и вырвать бы, и, блядь, в жопу вставить. Узнать бы, вот жалко, нельзя узнать, чья это, блядь, этот. Ой, я понял. Чье это? Знаете, чё... какие откидывания. Знаешь, что жалко? Нельзя посмотреть, вот, чей это игрок. Не понял, а как меня прошили? А как ты меня прошивает? Это там это, что ли, танк? А как он прошивает-то? А как он так меня прошивает? Это что, так, что ли? Садист 4000.
Да, у них ВМП, там вот эти, но это против крутых чуваков я зашел. ВМПшки, ВМПшки. Блять! Вот из-за этой ебаной точки респауна мы всрали, короче. А меня почему-то сюда, кстати говоря, кинуло. Вы сюда слезете, мужики? Сюда. На точку. А как ты меня так через стенку убил, петух? О, здорово, петух. А, там крыс сраный. Противник захватил точку. Блять, товарищи немцы, киньте сюда, пожалуйста, гранату. Пиздец. Зачем он здесь поставил? Вот здесь бы лучше за этим поставил бы. Вот здесь где-нибудь в ангаре поставил, да и хер бы с ним. Руки-то из пизды растут. Там же сказали, точки улучшили. Наша команда начала захват. Тут... А, тут же этот петух, я забыл про петуха-то. Блять. Бесячая серия будет, ребят. Просто пиздец. Мне кажется, тут тот СВХ играет из врагов. Потому что меня как через стену убивают. Но он прям херач нацеливает. Не, ну да, можно, конечно, догадаться, да, что тут враг, но прям вот так вот. Наши захватывают точку. Точка под нашим контролем. Да, точка под нашим контролем. Можно туда больше не это? Давайте быстрее. Какая очередь? Нахуй ваши очереди, блядь. В очередях каких-то там сижу. Как будто в собес, блядь, пришел. Атаку. Сейчас сам поставлю. Пизду. Не умеете строить, не беритесь. Чё там, какой-нибудь кабасика 28 сантиметров. Мы взяли точку. Да. 28 сантиметров. Какое у пацана достижение? У него, блядь, мозг объемом 28 сантиметров. Как он простреливает, блядь, этой пушкой сраной через эту? Через дом, через все. Мне кажется, там этот петушок СВХ сидит. Точка захвачена противником. Пиздец, он прям херачит. Я здесь один бот, у меня все дохлые. Не, он может просто стрелять по КД? Мы ползем. Нас не видно и не слышно. Теперь мы встанем. Проверяем на читерство. Потому что у нас какой-то петух построил, блядь. Хотел здесь серию записать. Нормальную. Думал, Москва весело сейчас будет. Упал. А где он? Или танкисты-то забрали? А, не, смотри-ка, там. Смотри-ка, не в серой зоне. Пошел ты нахуй. Пошел ты нахуй. Сука. Ну что, тут я точку снял, тут поставил нормальную точку, получается, там точку никто не ставит. Там точку никто не ставит. Наша команда начала захват. На. Выжигатель хуй. Уже сидит, зажимает. Меня заебали вы, зажимальщики. Просто через... Это получается, через сколько он стенок-то простреливает? Там стена.
Блять, точки нормально так и не ставятся. Он простреливает минимум через две стены. Ну, я считаю, это ненормально. Пиздец, здесь вообще получается через стену. Я тут, а я тут был, он там. То есть это стена, две там пере... Через три аж, блядь, стены он простреливает. Либо это подруб. Но при этом жесткий. А кто там нас херачит из этого? Враг занял точку. Ну прям он... Чё-то какая-то жопа, короче. Да, эдж-бомбардировщик. Он так не летает. Он же не может быстро выпрямиться, да, я все время забываю, ребят. И у нас чуваки респавнятся там, на этой дебильной точке, блядь, на чердаке. Это мразь какая-то поставила, тупоголовая, блядь. Типа я сейчас там очки буду зарабатывать. А наши тупоголовые там респавнятся. Вот получается, вот такая вот игра, ребят. Пиздец, они там бегают. Сосали, чё? Посасываем мы знат. Могли, в начале боя все было вроде нормально, мы могли. А, там ФС Дастинс какой-то, типа. 25 киллов. 26 киллов, 27 подмоги. Бля, ебаные углы наводки. Сарайк-то, в принципе, мне не мешает, а вот... Ну, ломается. Почему своя постройка так долго ломается? А там, кстати говоря... Да, там скоро сделают, кстати говоря, чтобы пушки можно было перетаскивать, ребят. Не толкай меня, быдлан. Ой, господи, что ты выходишь-то как... Господи, как обосранец какой-то. Вышел резко, и все. Как пуля дерзкая. Как пуля дерзкая. Да господи, пока я семерку нажимал, я хотел скинуть эти. А, наконец у нас там респаун сломали. Да. У нас там слева два танка едут. Садист 4000. Пошел нахуй. Как? Граната же там была, у него прям под ногами. Откуда? Да откуда, блядь? МП-35-1. Да. Я и говорил, я как бы вначале сам говорю, странно какая-то карта какая-то. 9 киллов? 9 киллов за 20 минут? Ну я думал, ну хотя бы киллов 25. Я только 9 киллов сделал. А знаете, когда у меня так мало киллов? Ну, никогда, ребята, я херово играю там и так далее. Когда я попадаю против очень сильной команды. Вот это вот тупо читерной. Тупо читерной команды. Я как бы, знаете, я не любитель там побеждать легкие катки, да. Но я не любитель, когда вот такое вот унижение происходит. Когда вот они там прыгают. Вот эти вот огнеметчики сразу. У меня, кстати говоря, пинг меня откидывает назад немножко. Когда я бегу, откидывает назад. То есть пинг в игре. Возможно, из-за читов кто-то читерит. Не знаю. А откуда они здесь? Они там респаун, что ли, поставили? Я что-то не понял. Откуда они здесь появились? Подожди, у них что здесь?
Они оттуда прям... А, у них там оттуда атака? А, ну ладно. Хорошо. Хорошо уговорили. Ну, не, хотя у них атака-то вот оттуда должна идти, но они появляются вот там. Да, никакой пощады. Все с самого начала пошло через жопу. Все пошло, ребята, изначально через жопу. Блять, пиздец, контролить, конечно, это нереально, ребят. Контролить это, ребят, нереально. Хватит мне на лицо садиться. Вроде бы разработчики два фикса делали, чтобы они на лицо тебе не садились. Че, все, фиксы уже, блядь, не работают? Все видят, все знают. Да хорош, блядь, по мне стрелять. Я вам что, блядь? Потрошки хоть будем выстреливать. Свинца-то много. Чем ближе, знаете, я к хай-левелу, так называемому, тем жопошнее вот это все начинается. Вот это вот дрочивание. А, снайперская МКБ-42. О, вон у этого Панчжан-Янь-Хьян, вот этого, который на четвертом месте. У него снайперская МКБшечка. Но я говорю, сразу чувствуется, когда мне вот столько кинов, я сразу понимаю, против кого я выхожу. Знаете, я вижу... Нихуя себе, это он оттуда, а. Знаете, я вижу, вот на хай-левелах, вот очень часто снайперская винтовка МКБ, снайперская винтовка МКБ. Что-то я не вижу в вот этом чате киллов, чтобы там были какие-то там ППД, там, не знаю, автомат Калашников, еще прочее всякое говно. То есть я что-то этого не вижу. Я вижу именно в основном это МКБ, МКБ. МКБ, МКБ-42, МКБ, МКБ-42 снайперская. Вот это я вижу, ребят. А я думаю, что меня так быстро убивает? Ну, понятно. Ну, господи, выгибунчик пришел. Ой, блядь. Да, блядь, да, они что, нон-стопно скидывают бомбы? Я что-то не понял. Или здесь точка респауна близко, они прям нон-стопно кидают. Разработчики, вы что, блядь? А да, здесь точка-то респауна близко. Пиздец. Да, они просто нон-стопно летают и скидывают бомбы. Да, ребята. Ты еще, блядь, по мне постреляй в наглую. Да. Зато графон максимальный. Не, я как бы за равную, как бы это, за равную битву. Ну, ребят, ну то, что я вижу. Вот то, что я вижу, да, быстрее там прокидывают арту, да. Мари, блядь. Очередные. О, зашел поиграть. Зашел вечером, ребят. Записать. Да. Но кто-то зовет в катку. Не, нахуй, я выхожу. Я не пойду. Я говорю, я вижу в чате в основном. Вот ППД-34-38, но это пока везет. В основном, знаете, вот если на хай-левел зайти, там будет МКБ-42, МКБ-42. МКБ-42. МКБ-42, МКБ-42, МКБ-42 и МКБ-42. Пиздец. Либо МП-40. О, МГ-34. Я никуда не пойду, я здесь буду. Так хватит мне, блядь, перед лицом-то ползать.
Не, падлы. Еще меня там убивают. Ну, из МП-31/1. Великолепно. Мы потеряли точку. Да. Пиздец. Дисбаланс полнейший. А у меня бустер был. Да, 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 да. С бустером вот так вот. 20 киллов. Кое-как за 20 минут боя, кое-как 20 киллов. Это пиздец. То есть вот когда у меня вот такое происходит, то есть 20 киллов, но это говорит о том, что мы играем против пиздец, дисбалансной команды. Я за равенство, чтобы равные команды были. Это интересно играть такие карты. Вот такие, когда одна команда доминирует против другой, это нихера не интересно. У нас, по сути, сколько играл-то? У нас более-менее вот играло, если по киллам смотреть, ну 5 человек. А у них 8. У них все, в принципе, играли. Ай. Да. Жопа. Вот это вот интересно, как он. За отличную игру классом танкист. 38 киллов, 43 поддержки. И одна смерть. Уж больно, знаете, танкист, как-то он через стены так прям херачил. Я не знаю, может, это недоработки игры, но он прям аж через три стены простреливал нахрен. Не, я все понимаю, может, да, действительно, там через три бревенчатых стены там танк мог раньше пулеметом простреливать. И сейчас как бы, да, может, ну, точнее говоря, те танки. Но эта игра, это все-таки компьютерная игра, ребята. Еще меня там убивали. Сейчас будем анализировать. Я вообще какого уровня? Какой у меня тут уровень-то? Ну, 19-й. 20-го еще нету. 19-й. Я говорю, чем дальше в лес, тем меньше желания играть в игру. Честно, вот с этим вот дисбалансом. Вот это... Да, ну, МКБ 42, да, я же говорил, МКБшка там бегала. Ну, это 31 уровень, ребят. Это 31 уровень. Минимум. Минимум у него 31 уровень. У этого чувака, который бегал. А там он не один с МКБшкой бегал. Да. ZH 29, у меня тоже 27 левел. А у меня 19. Это большой МП, да, вот 31/1, 26 левел. Охренеть. Задолбали этот дисбаланс, этот странный. Я говорю, еще карта какая-то странная, я думаю, на ней не было. Когда уж в последний раз я на ней был-то, я уж не помню, чтобы на усадьбе такой штурм был. Да вы че? А тут раз и жопа. Вот где играть? В Тунисе там жопа. В Берлине, но в Сталинграде там тоже жопа. В Москве есть такая жопа будет продолжаться, но я думаю, не будет. Куда мне идти? В Нормандию? Да там тоже жопа начнется. Там тут везде жопа. Че, заканчивать играть в игру? Потому что баланса нету нихера. Не знаю. Ой, пойдем в Нормандию. В следующей серии мы с тобой отправляемся в Нормандию. Увидимся с тобой в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.